Я знаю, что мне повезет. А в чем повезет? В любви или в работе, в делах или еще в каких-то областях? Не знаю, но точно отвечаю за то, что повезет сегодня двум нашим телезрителям. Ведь они все сделали правильно для того, чтобы стать одними из участников нашего замечательного розыгрыша здесь и сейчас на телеканале «Самара ГИС». Каждый будний день в 20:55 мы подводим итоги не без помощи наших замечательных зрителей, не без помощи сотрудников телеканала «Самара ГИС», которые вершат вашу судьбу. Что же нужно для того, чтобы выиграть что-то хотя бы или просто принять участие? Заходите в нашу группу, адрес вы видите на экране. Отмечаетесь там в очередном посте, который появляется около 9 вечера. Ставите репост на свою стену и обязательно оставляйте комментарий с порядковым номером. Только не перепутайте, потому что желающих очень много, и за одну секунду может появиться несколько одинаковых комментариев. За этим обязательно следите. Ну и помните, что у нас принцип лото. Больше 90 бочонков в мешочке никогда не было, да и вряд ли будет. И эти правила игры давным-давно уже сложены и вряд ли поменяются. Поэтому это тоже не забывайте. И номер 101, 102, я думаю, уже не имеют никакого смысла. Кто же сегодня будет отвечать за ваше счастье, за то, что кому-то из вас повезет? Давайте знакомиться. Наши зрительницы, замечательные, очаровательные девушки сегодня, Настя и Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы дружите? Да. Отлично, это здорово всегда. Настя, ну расскажи немножко про себя, чем занимаешься, чем увлекаешься, что любишь, везет ли тебе в любви, например, или по жизни просто? Везет. Я очень люблю фотографировать и в будущем хотела бы стать журналистом и также вести передачи разные. И фотографировать. И фотографировать. Так, а ведешь ли ты какой-то блог, инстаграм, у тебя много подписчиков уже? 600, не так много. Ну, тем не менее, хорошее начало, да? Что любишь фотографировать? Больше детей, природу. Влюбленные пары очень получаются. Вот, видите, будущий фотограф, если что, записывайтесь на фотосессию. Проводишь фотосессию? Да. Серьезно? То есть ты уже этим занимаешься? Серьезно? Ну, здорово. Наташа, расскажи ты про себя, что ты любишь, что, может быть, в твоей жизни интересного происходит? Я мечтаю стать журналистом, как ни странно. Неожиданно. Вот, и я, в принципе, обожаю писать, я обожаю вообще всю эту жизнь журналистскую, мне очень хочется стать настоящим профессионалом, и я безумно счастлива, что сегодня есть у меня такая возможность поучаствовать в настоящей съемке. Круто, давайте кто-нибудь, возьмите мешочек, наверное, Настя, давай с тебя начнем, бултыхай его от души, сейчас от твоей легкой руки, надеюсь, счастливой, зависит будущее досуга нашего зрителя. Итак, первый билет на концерт Владимира Винокура отправляется нашему зрителю под номером... 87. Номер 87. Друзья, мы вас поздравляем. Эти билеты достаются вам. Наташа, давай сейчас кто-то замер, кто-то прям практически приник носом к экрану и держит пальцы крестиком или руки в кулаках. И это номер... 90. Номер 90! Ну вот видите, кто-то в последний момент успел вчера зарегистрироваться и под этим номером получает вот такие вот замечательные призы. Ну а вы сейчас, друзья, не стесняйтесь, если вам не повезло, может быть, в этот день, завтра обязательно повезет очередной розыгрыш, стартует уже прямо сейчас, дерзайте. Ну а девочки, наверное, вам хочется пожелать удачи, чтобы ваши мечты исполнились, чтобы был когда-нибудь у нас на эфире замечательный фотограф Анастасия или будущий писатель Наташа, Наталья. Ну, в общем, запоминайте их в лица. Обязательно, я думаю, им повезет, как и вам. До встречи здесь, на телеканале «Самара ГИС». До свидания.